Следующий момент. Мы можем уже попробовать удар, разбив его на фазы. То есть вот это, можно сказать, первая фаза, да, на цель. То есть мы, если берем за цель средний уровень, сюда, Саша, встань, ага, просто, ну да, прямо, можно сказать, то у меня колено примерно выходит цель, то есть как мушка такая. И вот первая задача – это вот вынос сюда. Вторая фаза – это, собственно, сам удар. Сам удар. Третья фаза – это возвращение ноги. Либо я назад возвращаю, либо шага вперед для продолжения атаки. И таким образом можно выделить фазы. Первая фаза, вторая фаза, третья фаза – это подтягивание ноги. Но здесь не максимально, а если я делаю шаг вперед, то она вот примерно на точку, куда поставлю. Либо вот отсюда возврат, отшаг. Ошибка еще на начальном уровне, когда здесь первые фазы сделали, а вторая нога без возврата голени опускается вот таким образом. И это как раз удобная мишень для подсечек. Вот. Очень важно вот здесь вернуть. Из этой позиции я могу либо удар, либо шаг вперед, либо назад. То есть это вот баланс, который мы поддерживаем. Вот. Поэтому сейчас мы сделаем такое упражнение. Вот лицом сюда встанем. И из камаи, боевой стойки, вес тела примерно 50 на 50. Плечи расслаблены. Делаем 4 фазы. Первая фаза, вторая, третья, четвертая, встали. Ич, ни, сан, си. И здесь уже мы продолжаем стараться формировать правильное положение стопы. Поехали. Про себя считаем. Александр, как уже более подготовлен, но он это делает. Следующая деталь, на которую обращу внимание, это опорная нога. Опорная нога, она в базовом варианте должна быть развернута, ну, примерно, скажем так, обычно, примерно 45 градусов. Почему? Потому что если я не разверну опорную ногу, то я не смогу бедро. Вот, да, разворот бедра, он позволяет увеличить дальность и увеличить силу, потому что здесь я включаю силу бедра. Вот, Александр это делает. Здесь как с этим работать? Могут быть два варианта. Либо я на шаге уже готовлю стопу, вот она развернулась, ударил. Либо я это делаю в момент самого удара, вращаясь на передней части стопы, вот здесь. Можно делать и так, но есть свои тонкости. Если я вращаю здесь, неровная поверхность зацепился, могут быть варианты для травмирования. И опять же, это определенная нагрузка на сустав. Если вы этим хорошо владеете, то ничего страшного. Вот, поэтому здесь на начальном этапе можно делать таким образом. Я заранее, причем не на пятке именно, а на носке, готовлю стопу, наношу удар. Опять подготовил, ударил. В дальнейшем можно использовать два эти способа. То есть я тактически делаю шаг уже с развернутой стопой и наношу удар. Подготовил сюда. Сейчас мы пока в базовом варианте сделаем следующий момент. Я подготовил стопу, ударил, уже без фиксации шагнул. Подготовил стопу, ударил и обращаем внимание на вынос бедра. Вынос бедра подготовил, вынос бедра сюда. Подготовил. Не, в момент удара. Вот здесь момент. Я как будто бы хочу ударить коленом.